Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Unit 5, часть 5, Section 3, раздел 3, Exercise 41, упражнение 41. Match the questions with the answers. Read them. Соедини вопросы с ответами и прочитай их. Ответы на вопросы – это времена, которые вы можете увидеть в рамочках. Необходимо правильно назвать их по-английски. Итак, первый вопрос. At what time did Meg get up yesterday? Во сколько Мэг вчера встала? Meg got up at 7 o'clock yesterday. Мэг проснулась в 7 часов вчера. At what time did Meg have breakfast yesterday? Во сколько Мэг вчера завтракала? Meg had breakfast at 7:30 yesterday. Мэг позавтракала в 7:30 вчера. Следующий вопрос. At what time did Meg come home from school? Во сколько Мэг пришла домой со школы? Meg came home from school at 2:15. Мэг пришла домой из школы в 1:45. At what time did Meg have lunch? Во сколько Мэг обедала? Meg had lunch at 2:00. Мэг обедала в 2:00. И последний вопрос. At what time did Meg begin to do her homework? Во сколько Мэг начала делать домашнее задание? Meg began to do homework at 3:00. Мэг начала делать домашнее задание в 3:00. В данном упражнении вы узнали новое слово begin – начинать. Это неправильный глагол, вторая форма – began. Мы использовали ее в последнем предложении. На этом наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, вы всегда можете подписаться на наш канал и на группы в социальных сетях.